Сегодня в праздничное воскресенье в парке «Сокол» проходит самое масштабное развлекательно-гастрономическое мероприятие в республике – первое пасхальное гуляние. Этим событием открывается фестиваль уличной еды 2015, который пройдет с 13 по 19 апреля в спортивно-развлекательном парке «Сокол». Всю неделю повара будут представлять блюда разных стран. Датчане могут отправиться в уникальное путешествие вкуса и традиций вокруг света за 7 дней. Начиная с итальянской кухни, жители города могут опробовать японскую, турецкую, мексиканскую, кавказскую, славянскую и немецкую кухни в разные дни недели. Но путешествие – это еще не все, что нам предоставляют организаторы. В парке будет конкурсная зона, детско-анимационная площадка, спортивная локация, концертная площадка, выставка «Handmade», лаунж-зона с вкусными кальянами, пивная локация и, конечно же, будет дискотека, которая каждый день будет проходить в разных форматах. Данное мероприятие организовывалось для города Донецка, для жителей города Донецка, для того, чтобы отвлечься от боевых действий и чтобы люди отметили праздник Светлой Пасхи. Мы собрали здесь ведущие рестораны, кафе города Донецка, для того, чтобы люди могли на этом поприсутствовать. Средства выручены, часть средств, вырученных с данного мероприятия, пойдет на восстановление разрушенных зданий города Донецка и на детские дома. Пожелание будет, наверное, только одно, то есть счастье. Мы со своей стороны, как организаторы ReService, будем всячески поддерживать рестораны, общественную жизнь, ночные клубы Донецка. То есть и все-таки мы выведем наш Донецк на достойный уровень. Также мы поинтересовались у дончан, как они празднуют День Пасхи и нравится ли жителям города организация сегодняшнего мероприятия. Утром без 15:06 стою, иду в церковь с родителями. После этого прихожу домой, кушаю, и пришел сюда. У тебя ежегодное празднование проходит? Ну, конечно, как же, это святое. А так ничего, замечательно, погода хорошая. Как вы считаете, правильно, что организаторы сделали это? Конечно, жизнь продолжается, я за двумя руками. Христос воскресе! Воистину воскресе. Вы считаете, что это правильно, что... Да, конечно. Побольше отвлечься от этих событий, то, что творятся. Я всегда ходила так, и там здесь танцеваю. Там тоже танцевала? Да. А пасочки ела? Пасочки нет. Нет? А будешь кушать? Ну, я не могу. Чего у тебя? А этот боков не оговаривается. Как вы считаете, правильно, что, несмотря на военное время, проводятся такие мероприятия? Конечно. Это большой плюс, что ребята, несмотря на военное положение, смогли организовать этот фестиваль. И спасибо за это им огромное. Тебя батюшка окропил водичкой? Да. Да? Ты не боялась? Нет. А тебе здесь весело? Ты с мамой пришла? Угу. И с папой, и с моей сестрой. Вообще, конечно, правильно, если бы на горизонте не пахло, то было бы спокойнее. Страшно с ребенком выходить в такие многолюдные места. На удивление, в парке собралось очень много людей. Были как взрослые, так и дети, которые пришли праздновать Святое Воскресение Христово. Гуляния будут продолжаться на протяжении всей недели. Жители города могут веселиться и отдыхать, а также попробовать блюда кухонь разных стран по доступным ценам. Алина Черняева, Максим Крапивко, Новороссия ТВ.